7 декабря в Муравленко стартовал один из этапов 6-го регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills. Участников соревнований приветствовал глава города Елена Молдаван. Главную роль в развитии нашей страны играют люди. Грамотные, увлеченные, профессиональные. И именно таких людей объединяет российское движение «Молодые профессионалы». Национальный чемпионат WorldSkills – это событие многогранное, очень значимое. В нашем городе оно проходит уже не первый раз и проходит всегда на очень высоком организационном уровне. В первый день для участников провели инструктаж по основным правилам безопасности и жеребьевку выступлений. Во вторник начнется основная конкурсная часть чемпионата. Она продлится 3 дня. А 11 декабря эксперты подведут итоги и назовут имена победителей. Приглашаем всегда в качестве экспертов наших работодателей. Они уже заранее видят всех наших самых лучших, так скажем, студентов, которых потом могут пригласить к себе на работу. То есть это одно направление. Второе направление – участник может попасть после регионального в национальный финал. А после национального финала также есть возможность даже попасть в национальную сборную. Участникам из 6 учреждений профессионального образования Ямала предстоит продемонстрировать свои знания и умения в 3 компетенциях – обслуживание грузовой техники, добыча нефти и газа и подготовка и транспортировка нефти. Наш город представит 6 студентов колледжа. Кроме того, муравленковцы выступят в категории 50+.